В Северском районе ликвидируют последствия паводка. Пострадавшие от стихии поселения направлены волонтеры, специалисты служб, казаки и военнослужащие. Они помогают жителям выносить из подтопленных домов испорченную мебель и бытовую технику, вычищают комнаты и дворы от ила и грязи, а также привозят гуманитарную помощь. Солдатики помогали, спасибо им. И колодец вас поставили. Кушать вовремя возят. На места подтопления выехали местные и районные представители власти. Вместе с главой Шабановского сельского поселения Адам Джарим осмотрел масштабы принесенного большой водой ущерба и проверил ход ликвидации последствий наводнения. Первостепенная задача – максимально помочь попавшим в трудную жизненную ситуацию людям, обеспечивая их всем необходимым. Покушать, да? Покушать, там постель надо, сумка. Ой, спасибо огромное большое. Что еще нужно вам? Вода нужна? Девочка, нам дали воду, мы привезли с собой. Всего в селах Шабановская и Тхамаха потоплены 57 домовладений. Комиссии обследовали все адреса. С помощью волонтеров вывезли 120 тонн мусора и грязи. Главное – нормализовать обстановку и обеспечить пострадавшим спокойную жизнь. Однако в памяти людей еще долгое время будут живы воспоминания о той страшной ночи. Проснулась, рукой пощупала вода. Кричу мужу: «Витя, вставай, вода у нас». Когда вылезли в окно, двери уже не могли открыть, окно открыли, вода, везде вода, просто вода. А оттуда уже детвора, у них раньше вода пошла, кричат, вот открытый чердак, они кричат: спасите, пожалуйста, помогите нам. Мы лишились практически всего. То, что у нас вот было нажито за эти годы, мы просто потеряли все. Не знаю, как нам быть дальше. В ликвидации последствий потопления участвует порядка 200 человек и 38 единиц техники. Во всех населенных пунктах работы планируют завершить к 10 июля.